мой охранник, зная мое пристрастие к монетам, вот такой вот где-то в столовой или где-то выудил, принес, подарил, осчастливил, обрадовал. Монетка 2023 года, ММД, Россия. Вот такая прелесть имеется. Вот хотел похвастаться, похвастался. Заодно вспомним про двухрублевые монетки. Вообще, разговор на название «двушка» распространен номинал денежных знаков в странах, чьи денежные единицы являются рубль. В частности, монеты, имеющие хождение на территории Российской Федерации с 1998 года по настоящее время, вот по 23 год включительно. Вообще, впервые 2 рубля были выпущены в России в 1718 году в виде золотых монет. На них были изображены, соответственно, император-батюшка Петр I и Андрей Первозванный. Далее они выпускались при Екатерине I и Петре II, а также при Екатерине II для дворцового обихода. После денежной реформы 1997 года в России были выпущены монеты номиналом 2 рубля из медно-никелевого сплава. С 2009 года монеты стали чеканить и стали с никель-галевано покрытием. Вот кроме России денежный знак 2 рубля выпускался в Латвии когда-то. Был он когда-то уже в более современной России 2 рубля в бумажном виде. Это в 1919 году, еще при РСФСР, на нем и как раз был написан номинал по углам, по четырем углам, значит, 2 рубля, и в середине герб РСФСР, такой в коричневых оттенках, такая бумажная двушка, двухрублевик. Из недрагоценных металлов, естественно, это у нас вот то, что мы имеем перед нами. Были они одно время с задней стороны, значит, без корон на голове, потом сразу полный герб Российской империи. И вот также существуют и другие разновидности монет номиналом 2 рубля, выпущенные Центробанком России в качестве памятных монет. В 2000 году на двух монетах двора были выпущены 7 монет номиналом 2 рубля серии 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, посвященной городам-героям России. Тираж был равен 10 миллионам штук. Каждой монетке это были Ленинград, Сталинград, Мурманск, Смоленск, Тула, Новороссийск, Москва. С 20 апреля 2017 года Банк России выпустил в обращении монеты номиналом 2 рубля город-герой Керчь и город-герой Севастополь, как бы дополнил эту серию монет. Вот тираж каждой из двух монет составил по 5 миллионов штук. Также в 2001 году была выпущена одна монета номиналом 2 рубля в серии 40-летие космического полета Юрия Гагарина. Монета чеканилась на Санкт-Петербургском и Московском монетных дворах, поэтому каждый монетный двор по 10 миллионов выпустил этой монетки. Ну, она, несмотря на такой громадный тираж, все равно в обиходе не попадается. В 2012-м была выпущена монета, эмблема празднования 200-летия Победы России в Отечественной войне 1812 года, и также выпущено 16 монет серии «Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года». Там и Александр I, и генерал от кавалерии Платов, и генерал от кавалерии Раевский, и так далее, и так далее, и так далее. Двушки также чеканятся из серебра. Банк России начал выпускать серебряные памятные монеты с достоинством 2 рубля 18 января 1994 года. Первой монетой данного типа стала в честь 115-летия Бажова из серии «Выдающиеся личности России». Монета такая у меня есть. Всего по состоянию на
2013 год выпущено 125 видов серебряных монет номиналом 2 рубля. Большинство серебряных монет номиналом 2 рубля выпущены в рамках серии «Выдающиеся личности России» и «Красная книга». Вот такое вот, вот такие вот у нас темы возникли в связи с появлением у меня в коллекции двухрублевой монетки 2023 года. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.